Вот, спросил разрешение, говорю, сфотографирую. Перед техосмотром, сейчас погонит. Вот эту вот заклепали, решетку перекрасили. Помимо основных, конечно, работ. И я вот все говорю. Я говорю, слушай, об этот передок очень много мух мозги свои разбили, черепа. Посмеялись немножко. Конечно, по мелочам еще. Но это ладно уже. Сейчас поедет, сейчас подметет, протрет. Поедет на техосмотр. Вообще интересный автомобиль. Самый высокий. И посадка водителя... По-моему, эта информация уже старая, но, по-моему, до сих пор считается, что это самая высокая посадка водителя и самая высокая кабина до сих пор. Кабина на 4 воздушных подушках, комфорт. Конечно, когда они первый раз появились, эти магнумы, ну, урод уродом. Еще ехал, я когда первый раз увидел, он едет такой, перекачивается, переваливается эта кабина. Думаю, елки-палки, не страшно ему там. Вот эта вот дорожка очень интересная. На Мане, на ТГА тоже хотим такую же сделать, чтобы спокойно ходить туда-сюда. Очень удобно. Баки все обшарпаны. Ну да, конечно, вещь не новая. Но сейчас поедет на техосмотр. Потом посмотрим, что там еще напишут. Ладно, все, хватит.